народный артист Советского Союза Юрий Богатиков. Дорогие товарищи, мне хотелось бы в этот праздничный день начать свое выступление, дорогие товарищи, знаменитой песней нашего моряцкого композитора Бориса Макроусова на стихи поэта Александра Жарова «Заветный камень». Холодные волны снимает лавиной широкое черное море. Последний матрос Севастополь покинул, уходит он с волнами с моря. Грозный, соленый, бушующий вал, а шлюпку волну золотую разбивал в туманной дали. И видно, земли ушли далеко корабли. Моряки подобрали героя, кипела вода штормовая. Он камень сжимал посиневшей рукою и тихо сказал, умирая: когда с собой кусочек гранита унес, затем, чтобы вдали от крымской земли о ней мы забыть не могли. Камень возьмет, тот пускай поклянется, что счастью носить его будет. Но первым в родимую бухту вернется и клятвы своей не забудет. Тот камень заветный ночью и днем матросское сердце сжигает огнем, за тем, что вдали от крымской земли о ней мы забыть не могли. Сквозь бури и штормы прошел этот камень и стал он на место достойно. Знакомая чайка взмахнула крылами, и сердце забилось спокойно. Зашел на утес чей
родине новую славу принес, и в мирной дали идут корабли от солнца родимой земли. Yeah.